Друзья, всем привет, с вами Пират, и мы продолжаем играть в Stoneheart на карте Остров, Остров релиза. Вот так вот у нас заканчивается первый квартал. Смотрите, вот достраивает уже этот уголок нашей стены, и теперь мы будем, в принципе, защищены от внешнего мира. Что у нас тут? Еда пропадает, блин, корзинка с морковкой, а там дальше что-то пропадает. Давайте вот я обойду, вот так вот выглядит наше... Наш квартал первый, такой, я не знаю даже как хромовый, не хромовый, знаете, ну, вот, самый низший квартал, что-то типа того. Но его хотя бы нужно убрать и навести тут марафет, хотя бы более-менее, чтобы он прилично выглядел. У нас один домик стоит на вообще все прохождение пока что, мы сыграли тут уже приличное количество дней, да и серии уже приличное количество, но все строили, этот самый квартал обстраивали. Нужно вот это все убирать, в первую очередь переносить поля. Давайте вот сюда вот, вот это поубираем. Здесь у нас будут какие-то поля, я думаю, по-любому. Я хотел их за территорию вынести, так и сделаю. Так, что еще? Вот эти вот столики, ну, игра хоть и релиз, все равно глючит. Их не убирают, хоть как сколько раз ты не клац, а их нужно именно переставлять. Давайте мы их сейчас пока сюда переставим. Мы сегодня наведем марафеты еще вот здесь вот, то есть внутри наших подземных, так сказать, катакомб, да. Сделаем, я там обещал одну фишечку, которую я придумал. Окошки будут у нас здесь в нашем подземельях. Но оно будет более-менее похоже на домики. Именно изнутри. Именно изнутри. Вот так пока это выносим. Так, что еще? Давайте пока мы тут играем. Да, до нас, по-моему, Ого должен прийти. Или что-то типа того, пока я там достраивался. Я бы построил... Поставил бы на постройку различных предметов. Я не помню. Вот эта хрень, по-моему, не влазит. Ну, давайте вот. Два. Два. Что это такое? Да пофиг. Два. Там 4 лавочки можно поставить. Деревянный стул. Ну, их штук 10. Давайте штук 10. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Это нам пока не надо. Угола это так. Что это? Приехал торговец. Очень довольно даже прикольный, но не нужно нам. Возможно, лучше я продам ему такие штуковины. Так. Бронзовые кирасы тут у меня уже делаются. Я не помню, я, наверное, в кузнеце назначил крафтить различные кирасы, потому что у нас закончилось железо. Так, стулочки я поставил. Ну, вот эти письменные столы, в принципе, не нужны. Это тоже не надо. Можно сделать церковных стульев, штуки 4, чтобы, возможно, дропнулись именно классные церковные стулья. Слышали звук, значит, достроился у нас... Давай-ка штук 5 бочек. Последний угол стены. Да и вот такую вот бочку. Так, 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 так. Что это? Small case. 10 итемов. Да пускай тоже будет полочек пару. Вот. Ну, долго будет крафтить. Пускай долго крафтит, пока мы выведем все это. Может, вот таких вот. 64. 64. Ну, разницы нет. Значит, такие делаем. Разница. Я бы вообще и колодец, наверное, внутри поставил бы, но это слишком. Так. А где у нас луки именно первого уровня? Я бы хотел уже лучника сделать. Я надеюсь, вы этого не слышали. Но это... Было уведомление. Так что прошу прощения. Прошу прощения, но... Сорян, ребят. Завтыкал я. Так, луки. Луки. Где-то они должны быть, где мечи. Вот это вот. Хотя вот. Лук лучника. Ну да. То есть нам ничего не мешает его скрафтить и сделать лучником. Давайте штук 5. Получается, что ничто не мешает. А вот третьего уровня лук лучника. Давай-ка тоже штуки 3. Сколько я тут поставил? 5. Ай, давай еще 2. Вот так. Все. Здесь все крафтит. 28 атаки. А что у нас здесь луки были? Сколько атаки они здесь добавляют? Ну, тут колчан, как минимум. Я, по-моему, здесь лук видел. Здесь, наверное, только колчан добавляет какой-то хреновины.
Написано, что слово замедляет врагов и that can damage. В общем, что-то хорошее делает. Так, вот у нас тоже крафтятся различные предметики. Но мы крафтили, по-моему, бронзовые кирасы и тому подобное. На железные у нас вот нет железа, как я понимаю. Да, нет железа. Стулья убрали. Давайте срочненько вот это вот убираем. Вот это вот убираем. В принципе, можно вот это уже все занести. Так, тут прибрали, здесь построили. Я бы отправил их как минимум железо ковырять. Железо у нас где-то вот здесь вот есть. Поэтому пока что просто дырку вот эту вот проковыряем. Потом как-то будем красиво это оформлять. Вот так вот тоже поставим. Срезать сейчас повыше поднимем. Тут проделаем, чтобы подальше там железо нам надобывали. Вот так, вот так. Ну, отлично. Тут железо вообще тьма просто. Вот она. Вот она, тьма этого железа. Ну, вот так вот и хватит пока что. Тут уже сделали даже лестничку. И там будет сейчас потихоньку его добывать. Хорошо. Вот бы сейчас не лохануться. То есть, смотрите, у нас, получается, в правую сторону были вот эти грядки. То есть, нам нужно вниз их сделать, да, я так понимаю. Нам подсказывали с грядками, как правильно работать. Вот они, грядки. И вот так вот, получается, нужно раз. Репа. Будем надеяться, что я делаю правильно. Если нет, будем перестраивать. Не страшно. Морковь. Ну и сейчас через один. Репа, морковь. Сейчас вот так вот насадим. Так. Возможно, там одинаково что-то посажу, но не страшно. Так, что у нас там еще можно посадить? В принципе, я бы посадил уже лен, чтобы не думать о нем. То есть весь лен этот мы уберем со склона. Вот здесь, который у нас растет. Что еще можно посадить? Пеларгонию, которая, блин, не является, по-моему, лечебной травой, только дикая пеларгония имеет такие свойства. Да у нас тут разные... Ой, пшеница. Да у нас уже открыто. Капец, сколько у нас. И грибы какие-то даже открыты. Ну, капец. Ну, пока что кукурузку садим. Хорошо. Пишем. Так. Там много было у нас? Да, у нас там довольно-таки много было засажено этой всей хрени. Так, вы слышите военные горны гоблинов. Блин, мне уже страшно. Так. Вот, последнее, все. Давайте вообще пшеничку тут последним посадим. А, наконец-то мы подошли к месту великих блестяшек. Вперед, мои приспешники, во славу Огу-крушителя. А, Огу-крушителя черепов. Вот так вот. За Огу, за блестяшки. Зашибись. Знаменосец Огу. Заберите все их штуки. Ладно. Вы что, охренели? Где вы есть? Откуда вы хоть идете? Где они, блин? Сейчас же даже музыка не играет, что самое интересное. Где-то они должны ползти, а вот где, я не вижу. Реально не вижу. Ну вот здесь живут какие-то повстанцы. А, вон они идут, ё-моё. Как-то они передвигаются странно. Может, они не к нам? Да, вот она, гора. Патрулируют. Реально не патрулируют. Бездельничают, патрулируют. То есть они нападать, похоже, не будут. Ну ладно. Ну и не надо. Я согласен на это. Так. Значит, первое, что мы делаем. Нужно поудалять вот это все. Поудалять.
Так, ладно, вот это я вообще за кадром удалю, серьезно. Я просто на паузе это удалю и все. Оно мне пока что не нужно. Хотя они же будут пытаться тут выращивать что-то. А можно через Dell? Нет, нельзя. Ну вот, плохо, что быстрые клавиши тут не подключены, такие как удалить зону определенную. Так, удаляем, удаляем, удаляем. Ежедневный отсчет. Что у нас здесь? Сытости не хватает, ну понятно. Сытость наша все. Так. Все, минус. Фух, так. Последнее осталось. Я даже уже подустал, если честно. Вот чем плохо садить вот такие вот мелкие зоны с полями. Так бы тык-тык, три поля удалил бы и все. Хотя это, возможно, для экономии места тоже делается. Мне-то экономия места не нужна за пределами моего города. В принципе, можно было и наставить большими полями. Ну, пускай уже пока что так будет. Так, есть, это есть. Давайте соберем эти цветочки пока что. Соберем эти ягодки, лен и тому подобное. И заходим в наши катакомбы. У меня тут разрушены, видите, дверей нет. Офигеть, козлы тут разваливали все. Первое, заносим вот эти вот штуки. Как они у нас и стояли. Мы тут опустили полы. Теперь все у нас красивенько, как мы и хотели. Вот это... И последняя, по-моему, по центру. Вот так как-то стояла. Или вплотную. Я бы, наверное, лучше даже вплотную поставил бы. И теперь вот эти вот... Нужно ждать, пока поставят. Да. Давай-ка это вниз. А это наверх вот закинем. У меня как-то типа... Не, я бы вообще его вот сюда вот закинул, на большой. Сейчас принесут. Должны большой перенести сундук. Да. Его вот так. И вот так. Возможно, стояло как-то не так немножко, но будет вот так стоять. Да, у нас есть вот могилка. У нас тут умер воин, по-моему, это был. Очень жаль. А дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше нужно работать киркой. И делать комнаты. О чем я и говорил. В общем, вот так вот это будет выглядеть. Так вот, вычесываем сильнее наши вот эти все штуковины. Здесь получается вот так вот. И даже вот так вот, да. Вот это все нужно сравнять. И получится такие именно комнатки, именно со стенами. Очень красиво получается. Не помню, где я это. Это не я придумал, сразу говорю. Я где-то это подсмотрел, по-моему. Но довольно-таки это круто выходит. Я бы даже, наверное, все-таки вот эту стену тоже срезал бы. И здесь какие-то окна, наверное, вставил бы. Туда, наверное, и солнечный свет будет попадать. И тому подобное. Так, стоп, ну здесь же нужно... Да, здесь вообще нужно вот так вот. Или мы с той... Нет, мы с той стороны пролезем. Да, мы с этой стороны начнем вот эту ковырялку. Сейчас здесь вот так вот сделаем. Я на самом деле, наверное, вот здесь вот тоже полы опущу, как вот здесь вот, на одну позицию. Это, наверное, будет правильно и красиво в то же время. Сейчас мы вот так вот отступим здесь. Здесь у нас появится место, и мы начнем ставить уже сундуки. Сундуки, конечно, наверное, будут именно в последнем. Здесь у нас все равно какие-то будут комнаты. Это не именно склад будет, я так думаю. Но скоро мы уже сможем тут ставить какие-то сундучки хотя бы. Вот так вот. Так, здесь, 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 здесь. Давайте здесь вот так вот сделаем. Здесь вот так. А здесь... Ну да, вот так вот.
Только вот здесь, сюда я зачем залез? Ну, пускай, пускай, пускай. Ничего страшного. Так, вот эти две тоже. Вот, вот так вот. Торговец Руфус, каменотес какой-то прибыл на нас. Блин, давай-ка железо купим. Не знаю, торговать все равно нужно. Серьезно. Говорили, что у нас некоторые жители не пьют воду, но вроде бы все все пьют, если честно. Никто вот сейчас воды не хочет. Так что все в порядке. Все более-менее в порядочке у нас тут. Так, вот это все посрезаем тоже. По-моему, сейчас немножко срежет засильно, да? Тихо, это удалить. А то сейчас срежет. Ну, потом придется блок просто, конечно, вставлять. Ничего страшного там такого прям не произойдет. Но неохота. Этот вот звук этого дерева, я его в следующей серии, короче, мы, наверное, займемся пасекой, серьезно. Меня он очень дико раздражает. Не знаю почему, но звук мухи, да, ну как он может не раздражать, серьезно. Тут надо сильнее. Здесь надо вот так вот даже. Вот так вот это все вычесываем. Все, и такие вот у нас комнатушки получаются. А здесь нужно или нет? Да нужно, конечно. Такая вот большая будет у нас тут кухня. Вернее, это столовая даже. Это даже столовая. Вот такая вот большая будет. Все. Поставим двери, ну и будет более-менее красиво выглядеть. Так, что у нас? Давайте посмотрим с нашими мастерами. Мастера, в принципе, крафтят, все пытаются, стараются. Каменщик нам ничего не должен делать, в принципе. Тут тоже все делается. Единственное, что я бы... Ну, какие-то хрени добавляются реально по ходу игры. Что-то обновляется. А где... А, ну, стальной щит. Хорошо. А где у нас именно то, чтобы сделать воина? А, вот он. Да, как обычно, слитка железа нету. Не воина, а рыцаря. Давайте штуки 3 их назначим. Пускай пригодятся. Да им надо будет назначивать по-любому. Так, где я еще не вырезал, так это вот здесь вот. Ну, последнее место. Чтобы сделать это все красивенько, так сказать. Вот здесь вот еще. Да. Ой, тихо. Ну вот, вот так вот. Оно уже более... Я не знаю, мне очень красиво это выглядит как-то. Лучше, чем было. По крайней мере, я, наверное, даже бы вот здесь вот дочесал, чтобы сделать его как-то ровненьким. И вот в этой вот последней комнате, вот в этой последней комнате я хочу себе склад. Удаляем вот этот склад с ресурсами. В надежде на то, что его реально все вынесут. У нас же... лучшее, что можно было вести в этой игре. Ребят, смотрите. Сначала идут крафтеры какие-то. Два... Получается, послушника. Потом одни рабочие, одни воины. Теперь настолько удобно. Я не знаю, это сортировка по какому-то уже... Ну, то есть, она начала работать. Не по имени, не просто рандомно раскиданы у вас в списке ваши жители. А по профессиям. Теперь удобно. Тык-тык-тык, раз, ну, профессию отключил своим воинам. Вот это вот хорошее нововведение, которое вышло, слава богу. Не прошло там и 120 лет, блин. И они наконец-то добавили. Я думаю, там кто-то, наверное, написал, что сделайте уже какую-то сортировку по профессиям, чтобы было удобно. И они сделали. Спасибо им. Спасибо большое. Сюда, я думаю, вообще какие-то сундуки, вот такие хранилища поставить прям большие, вот на 256, но пока их нет. Пока их нет.
мы будем ставить сундуки вот такие. Ну, в принципе, одна комната будет у таких сундуков, а потом уже по 256 мы, наверное, делаем. Нет, давай-ка на минималочку. Штук 20 делай. Все. Штук 20 он делает, хорошо. И просто сейчас туда все ресурсы, тупо ресурсы запихиваем. В надежде, что, конечно, нам уберут, собственно... Ой, подвисания какие. Какие подвисания. Это вторая скорость. И вот такие вот подвисания идут уже. Ну, на первой нормально все. Давайте вот так F5 нажмем, чтобы обновился интерфейс. Возможно, все пообновляется, и вторая скорость будет получше работать. Землевладелец 6 уровня. Да, он начался. Так, вот кто там подсказывал, как садить, правильно или нет, подскажешь? Он завис. Да у нас как бы вся игра зависла. После обновления интерфейса. Серьезно. Я хочу сохраниться. Новое сохранение сделаю. Мы да, большую работу проделали, и неохота, чтобы все сломалось. Вот, все, поехало. Да, ехало. Ну, это большое количество модов. Поэтому игра вот так вот себя ведет. Я прям уверен в этом. Потому что если бы у меня не было такого количества модов, она бы нормально себя вела. И когда срезаю гору, тоже начинаются определенные подлаги и тому подобное. Но мы будем пытаться все равно играть. Мы не будем включать гору. Поставим на вторую скорость, пускай там выносят, заносят что-то. Очень быстро. Ну, мне надо, блин, под гору залезть. Я бы тут сундуков каких-то наставил. Блин, ну вот это все теперь нужно ждать, пока поубирают. Серьезно. Ну, печалька. Пока что можно зайти и назначить. Я хочу вот сюда вот назначить именно крутых дверей наставить. Это освещение классно тоже здесь работает. Приближается армия. Ого! Я даже не заметил, как они мне все тут разбили. Сейчас будем воевать. Включаем всем профессии. Включаем всем профессии. Это отрубаем. Так. Надеюсь, доспехи все одели. Так, ну первого надо вырубить вот этого вот хрена. Что у нас по баночкам? Ну, баночка ускорения точно есть. У нас 7 воинов. Я боюсь, что этого не хватит. Ну давайте вот вырубить его, реально, вот этого танка. Они должны быстро с ним разобраться. Бьет он массовым ударом. И мы так же само бьем массовым ударом, что интересно. Главное бить кого-то одного. Давайте теперь... Так, кто под руку попадется, того и бейте. Уже низкий уровень здоровья. Может так как-то они справятся, что навряд ли. Волки здесь. Ну, большое количество различных. Переменных. Но мы сохранили, что самое интересное. Я думаю, мы по-любому победим. Да, ну мы начали всех подряд, короче, бить. Это неправильно. Я прям уверен. У нас есть кто-нибудь с воинов в живых? Убегает. Так, обездвижен. Ну, ясно. Низкий уровень здоровья. Как я предугадал вот это вот, что я... Ну, нужно было как минимум управлять войском, это я уверен. Сколько у тебя? 900 хп, представитель Огу. Ежедневный отсчет. Низкий уровень. Но мы сохранились, возможно, там можно будет... Назначить хотя бы пару лучников или еще что-нибудь вроде того. Ладно. Ребятки. Продолжим, знаете, с чего? С того, что будем побеждать Огу в следующей серии.
О, знаете, сможем мы или нет это сделать? Я думаю, что мы сможем, просто видео уже и так идет 25 минут, поэтому будем это делать именно уже в следующей серии. Плюс в следующей серии у нас поубираются вот эти вот все штуковины. Склад здесь сделаем. Ну и что-нибудь еще. На этом у меня все, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. С вами был Пират. И играйте только в хорошие игры.